Добрый вечер, дорогие друзья, мы рады вас видеть здесь. Сегодня у нас третье мероприятие из серии интеллектуальных бесед на тему образа будущего. И в ходе мы этих бесед мы концентрируем свое внимание на том положительном опыте СССР, который может и должен стать основой образа будущего, который мы должны предложить нашим дорогим любимым детям. Еще раз подчеркну, что мы не говорим о возврате в Советский Союз, потому что было много того, что нельзя забывать и нежелательно повторять. Но, тем не менее, против того, чтобы на войне огульного отрицания всего советского, мы потеряли бы тот бесценный опыт, который сегодня нам так необходим, и на основе которого мы можем сформировать вот ту новую парадигму развития, с которой Россия может выйти вообще-то в мир со своим предложением. И одно из главных достижений советского времени – это было формирование человека нового типа, человека-созидателя. И немаловажно, а может быть и главенствующую роль в этом формировании играло то культурное окружение, в котором воспитывались наши родители. Это великолепные советские мультфильмы, это прекрасные фильмы. Это энергетически насыщенная, пробивающая насквозь песня. Вот в этом культурном фоне возникал, формировался человек-творец. Мы понимаем, что человек – существо духовное. И завоевав душу человека, ты получаешь прямой доступ к его разуму. Об этом говорили с древних времен. И еще Омар Хайям говорил: благородство страданием вдруг рождено. Стать жемчужиной всякой река предано. Можешь все потерять, сбереги только душу. Чаша снова наполнится, было б вино. Путь к душе человека лежит через культуру. Поэтому наши родители и появились, и возникли вот такими, какими они есть, потому что они воспитывались в таком прекрасном окружении культурном. И сегодня, прежде чем начать наше заседание, в пресс-релизе была повестка дня, я не буду вас отдельно с этим знакомить. Прежде чем мы начнем, я хотел бы выразить благодарность нашим друзьям на площадке, в которой мы сегодня находимся, это Дом международного научно-технического сотрудничества, за помощь и поддержку в лучших традициях советского времени. Лучших. Ну что ж, у нас регламент выступления 5-7 минут основных выступающих, и с места потом 3-5 минут. Я думаю, мы должны уложиться в 2 часа, хотя немножко уже опоздали с началом. И вначале я хотел бы предложить начать. Итак, третье заседание. Чем оно запомнится? Чем запомнится третье заседание интеллектуальных бесед на тему образа будущего? Сегодня здесь была в основном творческая интеллигенция. Представители киноиндустрии, актеры, певцы, песня и даже представители моды, что тоже является частью нашего общего культурного фона. И немаловажной частью, потому что то, что сказал представитель как раз модного направления моды, оно очень хорошо легло в сегодняшнюю, как бы, наш тренд. И опять иностранные слова. Вот надо учиться все-таки русские аналоги искать. И вытравливать из своей вот это вот то, что на нас все равно давит со всех сторон, мы вынуждены невольно все равно этим пользуемся. Направление, конечно, не только направление, а что сейчас во всем мире есть интерес к русскому, в том числе и к советскому. И есть возможность сегодня начинать диктовать свои правила игры, что на самом деле является основной задачей нашего проекта, чтобы мы смогли нашим детям дать те установки, которые позволили им для своего будущего самим устанавливать правила и играть по этим правилам. Но это серьезная
морально, так и этическая основа, которая должна у них появиться. Для этого мы изучаем опыт Советского Союза и переносим его. И сегодня были разные выступления. В конце завершилось все небольшим таким всплеском эмоций в плане того, что хватит говорить, надо что-то делать. Мы согласны с этим, но есть просто надо понимать, что данный формат, он и предусмотрен для того, чтобы обмениваться мнениями, чтобы обсуждать темы. Здесь в конце каждого мероприятия у нас идет презентация определенной проектной линии в рамках нашего проекта касательно именно той темы, которая обсуждается в данном, вот именно в этот день. Вот там есть там 2-3 конкретных проекта, которые мы обсуждаем, выносим на общее рассмотрение. До этого же идет просто теория. И это формат наших бесед. По-другому, наверное, пока мы не сможем это делать. Ну вот у меня вопрос к вам, Максим Юрьевич. Да. Мы провели, то есть мы с вами, да, провели 3 мероприятия в формате бесед, верно? Да. Значит, у нас было, напомните, первое. Первое у нас было просто «Образ будущего». Мы разбирали статью Глазьева Сергея Юрьевича по поводу вот как раз морально-этических принципов и смыслов, которые нужно сейчас в нынешних реалиях использовать. Вторая беседа была посвящена презентации проекта, о чем мы, вы знаете, широко сейчас распространим эту информацию, потому что это была именно презентация нашего проекта. И вот сейчас мы переходим к тематическим беседам. Вот сегодня она была посвящена песне и воздействию песни на формирование человека нового типа. Песни, кино, ну вот все это творческое окружение, культурное окружение, в которых воспитывались наши родители, которые мы должны перенести нашей молодежи. Сколько планируете еще проводить? Ну вот у нас до 2022 года, и запланировано каждый месяц регулярно выходить с какой-то конкретной тематикой, на которую приглашать и экспертов, и специалистов, теоретиков, потому что без теории мы все равно никуда не денемся, надо ее готовить сейчас. Ну и с выходом, конечно, на практику, потому что мы после каждого нашего мероприятия мы анализируем то, что сказано, и у нас появляется очень много здоровых зерен, которые в рамках нашего большого культурного проекта можно превратить в конкретные мероприятия. У меня вот вопрос, сегодня много говорили полезных, интересных инициатив, так скажем, и один из ключевых моментов была, это как задействовать молодежь. Да. Сможем ли мы с вами посвятить отдельную обязательно беседу с обязательно привлечением именно может молодежи. Быть даже следующим мы уже думали об этом, чтобы этот зал был наполнен молодыми Правильно. Людьми. Вот да? Эта задача у нас стоит. Здорово. Эта задача у нас стоит. Спасибо. Все, спасибо. Ольга Анищенко, вице-президент фонда СССР данного проекта, значит, член оргкомитета проекта СССР. А если говорить о бизнесе или о другом своем направлении, в своем качестве, я являюсь сопредседателем Всероссийской политической партии КПСС, а также я являюсь топ-менеджером компании закрытого акционерного общества «Сибур Петрохом». Ну, в общем, много разных направлений деятельности. И почему я в этом проекте? Потому что мне интересно. Я родилась действительно в СССР. Мне очень хорошо помнятся школьные мои годы. А развиваюсь и живу уже в новой, так сказать, стране. И мне, я помню, насколько было интересно мне, как молодому человеку, как рожденные в СССР, и вижу плюсы, скажем, и минусы сегодняшней молодежи, сегодняшнего поколения, потому что у меня сын на сегодняшний день является молодым представителем. И, конечно, мне бы хотелось вот эти два, скажем, времени в этом проекте, ну, скажем, в хорошем смысле синергировать. Где молодые?
Да. Где сегодня молодые? Да. И второй вопрос. Угу. Все-таки как с ними играть? Ну, вот я послушала сегодня выступающих, да, вот по беседам говорили, да, молодежи здесь нет, молодежь не востребована, а смыслы были у нашего поколения, это образование, спорт и так далее. А я хочу сказать, что у нынешнего, вот именно подчеркиваю, у нынешнего поколения, на сегодняшний день тоже те же ценности. Я сужу конкретно по поколению своего сына, соответственно, я вижу, что те ценности сегодня образовательные, спортивные, то есть молодежь сегодня на самом деле у нас, она просто другая, но тем не менее они точно так же активные, они точно так же хотят быть успешными. Они в разных своих сферах. Просто у них скорость, скажем, принятия сегодня информации другая. Скорость и вообще, в принципе, мировоззрение другое. И это нормально. Мы к своим родителям, по отношению к своих родителям, мы тоже были сверхсоростные, современные, непонятные. Отцы и дети классики прописывали, да, и они действительно это и есть сегодня. Поэтому я считаю, что с нашей молодежью все хорошо. Все хорошо. Но, как и любому поколению взрослых, скажем, передать какие-то ценности базовые своего поколения следующему поколению, это, я считаю, очень правильная практика. Потому что без, скажем, фундамента дом не строится, как бы мы этого не хотели. Вот в этом ценность нашего проекта. Спасибо. Пожалуйста. Я Юлиан Петров Парачкилов, родился в Болгарии. В настоящий момент живу в Испании. Моя жена из России, из города Череповца. Мой сын родился в Испании. И я приехал здесь увидеть моего друга. Сегодня наше мероприятие, вы знаете, что это одна из бесед, посвященная образу будущего на основе советского опыта. Вы как человек, живший при Советском Союзе и знающий его досконально, как вы считаете, что чего положительного из того опыта, который был в Советском Союзе, стоит сегодня перенести в сегодняшнюю действительность? И что может стать прообразом, фундаментом образа будущего? Да. Я когда учился, тогда был Советского Союза. Я по принципу летчик МиГ-21, Ил-29. Я начинал, и в то время внутри самолета все было написано на русском языке. Мои первые учителя по летению были русские профессора отсюда. После этого стали мои болгарские профессора за летчиком. Были очень хорошие дела. Скажем, учебный процесс был великолепный. Медицина была великолепная. Но в то время как-то не были хорошие машины. Были очень большие профессионалистов, как медики, как учителя, но был недостиг машин. Сейчас, когда есть развитие, технологичный процесс, и когда все лучшие медики находятся здесь, в России, то это будет великолепно. Конечно, не надо всегда все говорить, что негативное. Есть и много-много позитивных дел. Извините, пожалуйста, для моего русского языка, он не так хороший, но думаю... То, что вы уже говорите на этом языке, это уже большое дело, потому что он объединяющий. Язык, так же, как и память о Советском Союзе, который объединяет наши народы, история очень большая у нас. И вот качество человеческого капитала в то время и сейчас, как можно сравнить? Качество человеческого капитала раньше... Я думаю, что были намного-много более профессиональные люди, чем сейчас. Сейчас по всему миру немножко уровень образования стал меньше. Но я вижу, что здесь очень интересные дела, как люди берут свои дети и идут на разные дисциплины, и они учатся. Но раньше было намного-много более совместно. Более комплексно это обучение. Насколько своевременен вот этот проект, о котором мы сегодня говорим,
празднования столетия СССР. Вот насколько он сегодня может найти отклик у людей и объединить их на самом деле? Вот такой проект празднования. Это проект, очень интересный проект, потому что сейчас люди, которые имеют возраст, да, они всегда будут иметь ностальгии по России. Но в то время и молодое поколение надо знать, что было в то время. Потому что если ты не знаешь свою собственную историю, то ты не можешь идти впереди. Всегда надо иметь корни, что было. И на это корни развиваться и идти впереди. Все равно, какой тип и где и как. Спасибо. Спасибо вам. Очень рада вам. Успех.